Плоды Марупы чрезвычайно вкусны и доступны для сбора. Вам придется проявить либо проворство, либо силу, чтобы получить вашу долю. Но через несколько недель оставшиеся плоды Марупы перезревают и падают с деревьев. Гниющие плоды становятся доступными для всех. Съеденные фрукты начинают бродить и превращаться в могущественное варево. От них начинают болеть животики, и по пути домой случаются неприятные ситуации. Thank you.